Брусчатка тротуара на улице Роз пришла в негодность. На некоторых участках плитка была разбита и шаталась, что очень мешало жителям и гостям города. По просьбе сочинцев здесь начаты работы по замене покрытия пешеходной дороги. Мы обратились в администрацию города с просьбой отремонтировать, заменить. Сейчас ведутся работы, чему мы, конечно, очень рады. А вообще мы хотим сказать огромное спасибо главе города нашего Алексею Копайгородскому. Город становится уютнее, зеленее, красивее. И мы, как жители города, это замечаем. На курорте ведется контроль и за состоянием архитектурных памятников. Так регулярно следят за состоянием мемориала «Подвиг во имя жизни» в центре города, уже давно ставшего местом притяжения сочинцев и туристов. Здесь ежемесячно проверяют электрооборудование, очищают плиточное покрытие и фонтан. Очень приятно видеть, что о фонтане, который является любимым местом отдыха, никто не забывает. Его каждый год прочищают, улучшают. 2 года назад появилось освещение. А во дворе дома номер 100 по улице Донской скоро появится оборудованная футбольно-баскетбольная площадка. В прошлом году здесь установили детскую игровую зону, а в этом жители получат долгожданную спортивную. У нас большое количество населения, особенно молодежи, подрастающего поколения, чтобы они были заняты спортом, надо было создать новые условия на площадках. Здесь уже выполнили выравнивание и бетонирование территории, а после покраски ограждений будет проложено травмобезопасное покрытие и установлен спортивный инвентарь. Значит, на постоянной основе в центральном городском районе по поручению главы города Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского в рамках проекта «Малые дела» производится ряд мероприятий, направленных на благоустройство района, включающих в себя и озеленение центрального района, и обустройство детских спортивных площадок. К тому же в рамках «Малых дел» в ближайшее время будет обустроен декоративный уголок в Комсомольском сквере, зеленый партер в районе концертного зала «Фестивальный» и отремонтирован пешеходный мост через реку Сочи. Районные администрации и мэрия города-курорта регулярно исполняют поручения жителей.